Сейчас мы продолжим наш урок по созданию печатной платы. Сейчас мы создадим печатную плату. Рабочее поле мы выберем 100 на 100 миллиметров. Это будет достаточно. Также возьмем из библиотеки радиоэлементы. Можем пройти.
Наша печатная плата готова. Как мы видим, она у нас прекрасно вмещается на более компактный размер. Для этого мы просто сейчас подвинем и уменьшим печатную плату. Примерно где-то 70 на 70 делаем. Так. Прекрасно. У нас вместилось. Два этапа разработки мы преодолели. Создание принципиальной схемы устройства. У нас и печатной платы. Спасибо за внимание. До новых встреч.